Всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, и мы начинаем проходить Resident Evil 7. Ну что, давайте без всяких раздумий начнем. Так, те, кто не любит, то, что нужно для обычных игроков. Давайте, наверное, как обычно, уровень сложности возьмем. I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news! I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Это очень интересно. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvi, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Как всегда, по традиции, едем всякие ебеня. Да, Итан? Ну, погнали. Мухи летают. Домик. Предпоставлена задача. Найдите Мию. Ну, вряд ли это просто можно будет найти. Правильно же? Тут, наверное, как всегда закрыто. Конечно. Еще бы открыто было. Ладно. Пойдемте. Машинка. Чего машинки? Газетка. Присоединяйтесь. Аллигаторы в канализации, 17 серия. Предлагаемый проект. Прокрадитесь в узианский дом с привидениями. Поверьте, мне тут привидений и так без вас хватит. Примите ее дар. Обязательно. Как же без этого? Опять мухи летают. Ну-ка съебались отсюда. Воу, погоди. Я тут потерялся немножко. Может, подскажете, куда идти? А? Самую малость. Ищу Мию я. Есть такая у вас?
конечно. Ебать. Охуенно. Да шо это копытца? Это кто это? Корова или... Похоже на корову, да. Бедные коровки. Столько мяса пропадает, ну посмотрите. Печально. Очень печально. Ох, ебать. Ты хули умер? Братюня, вставай. Итан, хлопни ему по ебалу. Ладно. Сука, не шуметь. Чё это? Водительское удостоверение. Это Мия? Это же Мия была, да? Это её удостоверение. Поэтому она не могла вернуться. Она водительское удостоверение потеряла. Качелька. Ладно. А меня тут ждут. Дверь открыта. Спасибо. Такие гостеприимные. Электронное сообщение от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. Там, ну, понятно, что ты не откроешь. Так. Борщик. О-о-о. Тут еще борщик. Фак! Фак! Вкуснятина. С таракашками еще. Видишь, что такое? Кто стоит он? Не откроем мы. Ладно. Да, действительно, чего вы воду не экономите? За вами ухаживать надо. Бля. Сожгли. Спекли. Чё тут? Бля, вкуснятина должна быть. А, кайф. Там ходит. Так, ладно, что наверху? Берем готовит. Хорошо. Видеозапись заброшенного дома. Хорошо. Это что у нас? Ага, это у нас сохранение. Хорошо. Так. Как тут мрачненько прям вообще. Чё тут? Ничего. Ага. Закрыто. Это похоже на Мию. Это вот на этого дитка похоже, который проходил. Стерс. Стерс, это ж, по-моему, этот лестница там или что? Давайте поиграем. Поиграли. Какая-то фотография. Похоже, это владельца. Да ладно. Так, у нас же кассета есть, правильно?
Давайте ее используем. Че тут? Кленси Джевис. Ебать, ты шо, дурак, что ли? Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Thank you. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Дурак, твоего ебальника не видно. Ecstatic. Ну а дверь не открыта. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. Выламывай. It's locked. Хорошо. Вот это вот наш мужик. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Yeah. Not anchor. What's that? Nothing. Может, двери бы с собой закрывали, а? What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Неплохо. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. No way. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Уже не то. And they were quiet, not backup. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! No, I should have worn my good shoes. Эй, чувак, ты куда пошел? Блять, не пускают. О, shit. Glad I had my shots. И вороны нету. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Ты куда ушел? Andre! Он туда. Andre! Он ебанутый. Один пошел куда-то. Он туда пошел, я же видел его. Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. И так я за тобой иду. What the fuck was that? Did you hear that? Да, я слышал, в той комнате было. Andre! Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Хуй знает, куда он съебался. Так, тут также по-прежнему одно, и это не хватает предохранителя, да? Поиграть можно? Нельзя. Плеера нету. Что это такое? What the hell? Рычажок. Похоже, это люди, которых рассказывал Андрей. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Действительно, вы только это поняли? Давай за тобой, чувак. Вон он же стоит. Вон он стоит.
Вон он стоит. Ладно. Вот он стоит. Да вот он стоит, дурак. Андре. Замечательно. Заебись. Он просто хотел лизнуть в стальную трубу. И его убили. Так, ну теперь-то... Jesus. Не говори, вообще пиздец лютый. Так, там уже нету никого. Ладно, спускаемся-то, чё? Блядь, тихо, ты дурак, что ли? Пиздец, заебись. Ну так, за 3 года-то она там оцарела, эта лестница вообще. Ага. Кровишка даже осталась, на этой трубе он висел. Какая-то мне уже... Блядь, да нет. Серьезно? Ладно. Охуенно, блядь. Просто пиздато. Ну что булькает? Ну нахуй. Блять, опять что-то булькает, ну-ка нахуй пошли. Блять. Нахуй. Я б ни за что жизни так бы не зашел в воду. Блять. Это кто? Кстати, очень похоже на Андре. Труп его. Очень. Или оператора, который попытался. Хотя оператора-то я не знаю в лицо. Возможно, это тоже он. Так. Чё там? Кто там шумит? Картиночки какие-то. Нет, что там? Что забыла там? Так, я понял, да, он, я видел на столе. Тут что? Бен мертв, обращен, мертв, обращен. Андре мертв, он, смотри. Кленси Л. Это что такое значит Л? Мия. Ничего не написано. Остальных я не знаю. Ладно. Болторез забирай. Давай откроем. Хорошо. Мия? Что ты делаешь? Мия. Oh, thank God I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Что за хуйня тут творится? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Хорошо. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's mm-hmm. going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years?
Прикинь, мать, 3 года прошло. Ну, пойдем. Что такое? Тихо. Тихо. Остался давай Мия. Мы же пойдем. What is this place? What they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Сюда, по-моему, окей. О, кровь кишки, расчлененка. Чё это за фигня? Ой. Кроссовки кто-то потерял. Чё это такое? Это просто полиэтиленовые какие-то мешочки, забитые. We have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Давай пойдем. Ты без фонарика видишь? Так, ладно. Mia, лезть придется, да? Are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Баночки. Ладно. Ну, Итан, лезь. Итан. 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 Во. Ну, давай. There. It's there. Угу. Так открывай. This is it. I remember this room. Уютненькая комната. There's another door here. I'm sure of it. Ты чё? It's not here. It's gone. It's gone. Да тихо ты, не паникуй. Какая-то бабка. We're gonna be a family. Now that you're here. Чего? There's another door here. I'm sure of it. Что с тобой? Мия. Мия. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Так. Кукла. No, no, leave me alone! Мия? Мия, ну и хуй с ней. У меня тут кукла есть. Это похоже на Мию. Так, кого? Не знаю. Ну, я, в принципе, бы и кукол хватило, но ладно, пойдем ее спасать. Мия! Мия, ты где? Спасибо, вы так любезны. Мия, это ты? Подожди-ка, где-то. Давай позвоним. 911, давай. Конечно. Ладно. Что тут? Карта гостевого домика. Угу. Это замечательно. Так. Ага. То есть мы, получается, вот с этой стороны зашли. Ага. Вот гостиная, это открытый коридор, черный ход. Вот тут мы зашли. Кухня, тут лестница на второй этаж. Понятно. Так. Что тут? Аптечка. Еще одна аптечка. Замечательно. Нет никого дома. Занято нахуй. Занято нахуй. Сюда долбится. Я говорю, занято. Сюда стучаться. Не стихло все. Ну ладно, хуй с ним. Мия, это ты? Нет. Тоже еще. Ага, это Мия. Мия, что с тобой?
Мия. Ебать, Мия. По-моему, тебе очень плохо. Нихуя нашвырнула меня. Ты что, дура, что ли? Мия. Мия, 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 Мия. Тихо. Ну ножик-то зачем? Ну, может договоримся. Нет. Ой, сопротивляться. Чё, нажимать, держать, держу. Блять. О, блять. Руку насквозь, блять. Ты совсем ебанулась, что ли? Мия. Мия, 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 стой, блять. Ай, блять. Ты чё? Ай, блять. Я держу кнопку, я не знаю, что делать. Ай, блять. Мия, ты чё? I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Вот так тебе. Полежи, отдохни, пока водой. Так, используй речку тарелки. Ох, заебись. Так, куда дальше-то? Мия, там полежи пока. Мне нужен тоже. Дай ножик. У тебя же ножик был. Мия. Да? Ага, конечно. Ох, блядь. Ебать. Итан, ты как еще жив? Ой, только не колышком. Топор. Топор. Ну что, давай. Давай. На. На тебе еще. Ах ты сука. Мия, ну отдумайся, Мия. По хребту ей. Ах, блять. Давай. Хорошо. Еще. Давай. Бей. Блять, бей ее. Тихо. Еще. Давай. О нет, мы что, ёбнули? О, мы ее ебнули. Мия. Мия. Итан, мы ее ебанули. Понимаешь? Что тут есть? Блин. Кто там? Ну, телефон же-то вроде отключен. You know, what the fuck is going on? Кто? My name's Zoe. Zoe. There should be a way out through the attic. Attic. Чердак. Go there. Ага. Now. Хорошо. Дверь открылась. Не, ты как там? Ха, да мне и похуй, она съебалась. Топор-то отдай. Ладно, чердак, да? Угу. Хорошо. А, понял. Я понял. Сейчас нам надо, короче, это. Вот эту фигню разрезать. Более 20 человек пропало без вести за 2 года. Херово им. Очень херово. Так, ладно, давай болторезом скрываю вот этот лабудень. Хорошо. Ага, а вот предохранитель. Отстоится. Теперь бежим. Так. Ага. Бежим. Так, и по идее у нас тогда должно... Лестница заработать должна. Это по идее. Okay. Ты чё? Okay. Да ладно, у тебя вон дырка в плече. Чё там держишь? Ага, отвертку. Хорошо. Нет, ты чё? Тихо, успокойся. О, блядь! Опять её насквозь же.
вытаскиваю. Подожди. Держать, я понял. Давай, вытаскивай. Запила. Охуеть теперь. Итан, быстрее, блядь, уйдешь бить запила, блядь. Итан. О, блядь! Руку отхуячила. Нет, ебанулась в край. Мне же руки не будет. Блядь. Руку отхуячила. Блядь. Рука. Идем со мной. Ее можно взять. Отлично. Так, ребят, что такое? Не знаю, что было, не знаю, на запись повлияло, но что-то произошло. У меня там в стиме обновляется просто игрушечка. Итан, блядь, как ты без руки-то будешь? Ладно, открываем. Так, надо бы сохраниться. Давайте новое создадим. Сохранение. Что с рукой это делать? Так, а топор у меня остался? Остался. Трубки мышь побить. Ничего полезного нету. Ох, пистолет, блядь. Окей, fine. Это замечательно же. Это очень замечательно. С пушкой всегда поспокойней. Радуйте. Еще патроны. Тогда бьем. Ничего. Блять, не то нажал. Рука чего не отрастет? Печально. Ничего не спрятали. Ничего нету. Так, съебался отсюда, блять. Спать мы тихие. Ого, замечательно. Ух, еще 20 штук, нихера себе, куда мне столько? Так, она сказала через чердак, да? Окей, ладно, полезли. Где она? Блять. Вниз. Блять. Мать, ты чё? Тихо. Блять, ты ебанутая. Мия. Ну-ка, тихо. Разрядись. Блять, тихо. Блять. Мия. Да успокойся, ты сколько тебе надо? Все. Мы опять ее убили. Возьми бензопилу. Брони нахуй я. Подожди, а куда идти-то? Так, ну тут ничего нету. Ага. Прямо к Мии отнесло. Ты кто такой? Замечательно просто. Ну, он тащит меня. И Мию тащит на плече. Ничего-то мощный. Die on us now?
You have work to do. Ты кто? О, мне руку пришили. Спасибо. А если бы я не взял руку? Я без руки бы остался? Это очень печально. Блять. What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb some bitch wasn't no good if it hit him. Шибанутый. Get out the way, Marguerite. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Чего за хуйню едите? Фу, блядь. Чё, кишки? Нет. Блять, зубах что ли говорит? Нет, блять. Хуй ты смотришь, сейчас поебал дам. God damn it! I'll bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Угу. Предлагаешь мне здесь посидеть? Вас нахуй. О, бабка. Бабка, походу, нажралась тут до отвала. Так, вставай. Ты не привязан, надеюсь. Давай. Хорошо. Так, а что с моей рукой? О, руку пришили, охуенечко. Бабка, ты чё живая? Ладно. Фу-фу-фу-фу, блядь. Ты нахуй закрой. Чё тут? 13 марта, женщина, 50-59 лет, мясистая, жаркое, блядь. Мужчина, 30-39 лет, тощий, суп, гумбо. Мужчина, 20-29 лет, полный гриль. Ебать. О, травка. Охуенчик. Чё тут? Так, ладно, стойте. Угу. Пила, веревка, ошейник. 586 баксов. Ничего. Открытая бездна, Клайв О'Брайен. Тут чё, без вести пропали три видеоблогера, а это вот как раз таки вот, которую запись мы смотрели. Власти штата просят помочь найти трех мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Далви и пропали без вести. Пропавшие Питер Ловкин, Эндри Стикленд и Кленси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет, все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Так, что тут? Пистолетные патроны. А пистолета нету? Все забрали. А, что-то подвесить надо. Сколько время? 10:15. Так, ну ладно. Чё тут? Ложки. Ложки, вилки, поварёшки. Тут ничего. Замок нужен. Ясно. Хорошо. Где кто долбится? А? Б.
гараж. Хрупкая штука, возможно, ее можно будет чем-нибудь сломать, понятно. Тут что? Закреплено клейкой ленты, которую нельзя сорвать рукой. Да ладно, что тут ее срывать-то? Вон, посмотри. Пальцем по делу сорвал. Эх, Итан, Итан. Ладно. Лестница по пизде пошла. Тут что? Заперто с другой стороны. Я понял. Сюда пойдешь? Он сюда идет. Уходим нахуй. Тихо. Так, нам по-любому туда надо. Он идет. Ага. Пойдем дальше. Он в комнату пошел. Люка, хорошо. Что такое? Какая-то хуйня. Ага. Нельзя открыть, понял. Этот тот бессонный мужик и его жена. Не знаю, как я чувствую, что-то там было, не успел прочитать, ребят. Так, теперь как-то надо без палева пройти туда. Как это сделать-то? Я так и не понял, там что-то то ли с метлой, то ли с лопатой. С чем-то таким. Да ладно тебе. Не надо тут пиздеть. Домики, блядь. Блядь, тут стоит. Право пошел. This is all too fun. Да ладно. Я тебя просто сейчас люкс ебусь и все. Открывай. Открывай быстрее. Быстрее. Ну. Блять. Ну. Да ладно. Спасибо. Ой, бля, фонари хоть не забрали. Так, это что у нас? Такая-то нычка. Ходит, ищет меня дальше. Смотри, мне монетка. Спасибо. Нафиг она нужна? Так, мы куда-то вышли. Так, подожди, встань. Хорошо. Так, с охранкой, если это просто... Замечательно. Карта главного дома, это тоже отлично. Так, прачечная, кладовка, ага, понятно. Так, это мы сейчас сохранимся, конечно. О. Объединить, что тут, трава, эпоксид, аптечка, ну, давайте создадим, почему бы нет. Так, что тут еще? Как же они воняют, да ладно. Что, они должны цветочками пахнуть, что ли? Добавлен предвечик и монета на падение, шить добавлены.
Монета нападения. Что за монета? Да? Ящик припасов, монета инстинкта. Такие монеты, оказывается, собой здесь на тех, кто носит их с собой. Данная монета улучшает боевые инстинкты. Так, а злодействие. Монета делает вас сильнее. Монета защиты. Укрепляет ваше тело, да? Нифига, это что за плюхи? Сильная аптечка. Да нахер ветера нужен. Так, давайте возьмем, откроем, посмотрим, что у них. Нет, 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 нет. Так, это открытое уже, да? Давай откроем. Гильза для дробовика. Хорошо, выкинись. Порох, да? Ага. И вышенные пистолетные патроны. Хорошо. Так, а чё они сюда-то все перемещаются? Так, ну это нам все не надо. Вот это тоже. Вот это тоже. Вот это тоже. Монетку тоже, нахуй. А вот монетку защиты можно будет и взять. Это замечательно. Так. Монета инстинкта. Чё-то там еще раз делает вас сильнее. Улучшает боевые инстинкты. Ну, защита нам, я думаю, хватит. Вполне. Так, траву тоже, наверное, выкинуть. Вот так вот. Теперь можно сохраниться. Вот здесь вот. И на этом закончить. С вами был Лёха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте мои видео. До скорого. And a roadie, go tell and a roadie, go tell and a roadie the